Итак, дорогие друзья, наконец-то я воплотил свои гениальные идеи. Они, конечно, не новы, но тем не менее, я это все-таки сделал. Не с первого раза у меня получилось. Почему-то у меня такая тенденция, за что я берусь, то с первого раза не всегда получается, а вот со второго, с третьего идеально. Ну, наверное, это у многих. Так вот, мне нравится, когда хои не только вниз ампельно свисают, но и когда вот они таким вот шариком вокруг. Тем более, это можно не просто таким шариком сформировать, а еще как-то вот придать форму этой проволоке и сделать любую другую. Сходил, значит, я в строительный магазин, купил я веревку джутовую 20 метров и купил проволоку вязальную. 2-миллиметровая диаметр у нее и тоже 20 метров. По себестоимости у меня обошлось, я в конце свои расчеты оставлю, чек покажу, да. Конечно же, в каждом в разных магазинах разная цена, я все это понимаю. Мне обошлась вот такая вот одна опора в 32 рубля. По времени это где-то 6 минут я потратил на изготовление самой вот этой опоры. То есть это очень мало по времени у меня заняло. Собственно говоря, у меня была одна проблема, вот почему у меня в первый раз ничего не получилось, это в плане наматывания вот этой веревки. Я вот не мог сообразить, понять, как мне ее намотать, потому что вот эта веревка джутовая, у нее диаметр 8 миллиметров, и она сплетена, получается, из трех веревок более меньшего диаметра. Я ее сначала расплел на три этой веревки, попробовал эту проволоку обмотать этими тремя. Выглядело это все так неряшливо, ну и прям видно, да, самодельное, как будто это сделал не просто взрослый человек, а вообще какой-то ребенок. Мне не понравилось в итоге, и я решил проткнуть просто вручную, знаете, так насаживая эту веревку, тоже не получилось. И в итоге я просто брал по три вот этой веревки, не разматывая, а чуть-чуть отматывая, да, ее. Вот я вот показывал там фрагмент, как я ее, кстати, наматываю. И с одной стороны я, получается, разматывал, а с другой заматывал. Тут же, да, тут же прям на проволоку наматывал. И это по времени было, ну, очень просто, максимально быстро. Но самое главное, нужно, конечно, вот фиксировать скотчем, потому что она может размотаться. Может размотаться и размотается 100%. Поэтому фиксируйте. Чем еще можно, я даже не знаю, чем еще можно зафиксировать. Но я вот не нашел ничего проще, чем взять и намотать скотч. Да, его не будет видно в земле. И все будет хорошо. Конечно, очень я доволен результатом. Сейчас сижу, смотрю на эти все 4 хои. 4 сделал я где-то минут за 25, полчаса максимум я на все это дело потратил. Плюс я их еще пересаживал. Ну, то есть, да, время, блин, это очень-очень круто. Мне невероятно понравился результат, который получился. Так что я всем советую сходить в магазинчик и сплести нечто подобное самим. Ну, по стоимости, вот смотрите, чек, как что называется, диаметры. Ну и вот я рассчитал на 1 метр вот этой вот опоры, сколько чего получилось, да, ну там плюс-минус, конечно же, ну, в общем, в целом 32 рубля.